В Международный женский день поздравления звучали и в мегаполисе, и в самых маленьких селах. Центром торжеств стал новосибирский ДК железнодорожников. Со сцены звучали не только официальные речи, лирические песни, но и пародийное попурри. Увидеть представление смогли самые активные представительницы прекрасного пола. Моя коллега Наталья Цопина оказалась в их числе. Сиянием звездным все дома озарены. Дуэт солистов театра оперы и балета Дарьи Шуваловой и Карена Мовсисяна не только творческий. Их свадебные фотографии транслируют во время выступления. Позже они признаются, благодаря такой инсталляции они словно заново переживают торжественный момент. И добавляют, в их семье слова любви принято говорить не только в Международный женский день. В семье своей посвящаю женщинам, сестре, маме, жене 365 дней в году. И я очень буду радоваться, если так будут делать все мужчины. Со сцены слова восхищения звучат не только в адрес спутниц жизни, благодарят и матерей. Поверьте, какие бы мы сыновья были уже не взрослые, какие бы мы были не самодостаточные, все равно не хватает рядом мамы. Тепла ее женского плеча, живите долго-долго. В зале женщины-активисты, работники социальной сферы, образования и культуры. Для них лирические стихи, зажигательные танцы, песни, романтические и не очень. Меня 8 марта выходной, но артисты, которые в этот день на сцене, уверяют, такая работа – настоящий праздник. Петь очень приятно, потому что видишь вот это тепло, которое окатывает наших красивых женщин, да, и они в нем купаются. И, конечно, и нам приятно, потому что нам достается частичка вот этого добра и женского счастья. И пусть феминистки голосуют против Международного женского дня. Настоящие примадонны с ними не согласны. Один раз в год. Давайте позволим быть этому сексизму. И действительно, пусть в этот день женщина, она будет не профессионал, не хозяйка, не мать. Она будет просто красивой женщиной. Которая любит и любима, а разбитые сердца пусть остаются лишь в названии танго. Наталья Цопина, Василий Тополев, новости ОТС.